Инклюзия. Что это такое? Давайте разберемся по порядку. Иногда вы видите особенных детей, не таких, как вы. Не спрашивайте о диагнозах и не удивляйтесь, когда встречаете таких ребят на улице или детской площадке. Любой может просто улыбнуться или помахать рукой. Это так просто. Юмор и улыбки они чувствуют и отвечают на них. Заботы и внимание им нужно чуть больше, но это не страшно. И еще они любят играть, рисовать и учиться.